Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, Заварной Кофе, Гус, Санёк, Серега, как всегда, отличное настроение. Пацаны, поздоровайтесь. Привет, привет. Всем лечки. Всем привет. Ребятушки, продолжаем обзор на скибиди туалетов. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас какой скибиди туалет самый крутой? Часть 2. Погнали. Скибиди туалет контролер. Поехали. Угон маленький. Так, тихонько. Угу, у него щупальцы. Хэдкраб. Тихо, тихо. Кстати, похож на хэдкраба. Он меня не убивает. А, убивает. Серега, 5 секунд на его описание. Как он тебе? Мелкий говнюк. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ролики выходят каждый день. Дима, поднимаем настроение и веселимся. Вот камерамен. О, давай посмотрим. Кстати, у нас есть теперь крутая рубрика. Мы будем делать битву с виде туалетов и камераменов, потому что они между собой воюют. Все, Серега, убирай его. Он же под контроль должен был. Ну да, ну видишь. Это на Титана работает. А. Поехали дальше. Скибиди туалет. Электус. Ого. Нифига себе, вот это он мочит. Нормально, нормально. Так, что он еще может? Может залазить или нет? Ну-ка. Нет, к сожалению, не может. В анимации он залазил. О, вот, А, это ты. Серега, он хватает. А нет. Он меня схватил. Я видел, Серега, я видел, как он тебя схватил. Вот, смотрите. И сожрал, и вырыгал. Вот сейчас он тебя. Иди к нему, Дима. Да. Я только что видел, он меня схватил, Серега. Это рандомная анимация. А, я понял. Ну давай, Серега, ставим у камерамена, посмотрим, замочит он его. А ну ладно. Я, Серега, тоже хорошо получилось. Давай все-таки его поставлю, а ты поставишь этого чилипиздрика, и пусть они подерутся. А, спикермена, да? Да, давай. Так, блин, жесть. О, ты большого поставил? Ну давайте, ребята, напишите в комментариях, кто из них победит. Я ставлю на скибиди туалета. Я думаю, что он победит. Давай, мочи. Я угадал, ребята, я угадал. Офигеть. Ребята, не забываем написать какой-то креативный, классный комментарий. Поддержите наш канал, мы очень стараемся. И Гусаньку респект, напишите: Гусанек красава, потому что благодаря ему эти все скибиди туалеты у нас в коллекции. Так, следующий у нас скибиди туалет элит гигант. Он пулеметами стреляет? Стреляет. Лазер, это лазерные пушки, Дима. Нифига себе! Вот это он мочит. А ну давай ему камерамена какого-то. Если он даст нам это сделать. Давай я его удалю, а ты ставь, давай камерамена ставь, а я его поставлю. Ты готов, Серега? Давай. На счет три, я готов. Раз, два, три. Ого! Раз ты по размеру поставил. Так, я ставлю на камерамена, я думаю, что он победит. А вы, ребята, напишите в комментариях, кто из них выиграет. Кто угадает, буду лайкать все комменты, кто напишет правильно. Камерамен выиграл. Ну конечно. Все, Серега, удаляй этого психа, ну нафиг. Все, ты его просто таким образом. А что там внутри у него? А, ничего нету. Было бы прикольно, если там еще какой-то механизм был бы. Так, следующий у нас туалет ученый. Ого! Нифига себе! Лет говнюк. Неплохо. Он паразитов этих мелких, кстати, пускает. Это он их ставит? Я думал, кто-то заспомнил их. Нет. Офигеть, ребят, ну это очень классные нексботы. Просто великолепнейшие. Ай-яй-яй-яй-яй. А давай, Серега, камерамена ему какого-то влепи. Сейчас. Давай я удалю его. Еще маленькие здесь ходят. А давай я поставлю Титана вот по приколу. Ну давай. Вот. А ну мелкого замочит сразу. Хорошо, давай этого поставлю. Поехали. Ай-яй-яй-яй. Ну давай, между собой не буду драться. Во. Так, я ставлю на скибиди туалета, потому что мне кажется, у него очень крутое оружие. Ну давайте посмотрим, что он будет делать. А он такой маленький для него, что он просто по пипиську ему стреляет. А что там этот паразит? Этот паразит вообще? Да ничего не происходит. Не залазит. Не залазит на него. Нет. Он должен его захватить. Должен, да, залазить. Он вообще ему не делает ничего не может. Давай его отодвинем. Подожди, может он расчехлится как-то. А, когда в притирку ничего сделать не может. Но мне кажется, у него столько жизни, что это будет долгая песня. Давай, Серега, мочи. Убил. Или ты удалил? А, ты удалил, я понял. Давайте сейчас посмотрим. О, двое на одного. Ну, конечно, это нечестно. Трое на одного и ногами бьют его.
Вот, вот, захватил, Дим, смотри, видишь? Это... Захватил, захватил. Да-да-да, маленький на спине, да, сидит? Да-да-да-да-да, теперь он камерамена бьет. Офигеть, ай-яй-яй, попал под горячую руку. О, робот пришел. Все, они его убили. Все, Серега, удаляй, удаляй, ну их нафиг, это психи какие-то неадекватные. Так, Серега это сделал, красавчик. Паразиты маленькие. А, блядь. Это паразитов надо удалить. А у вас есть чем их убить? Серега, давай у тебя там есть пиу-пиу. Эй, ты отвали, ты заразелла. Эй! Все, Серега, красавчик. Так, следующий у нас кибиди туалет снайпер. Блин, ну это вообще очень крутецкий пак. Поехали. Это читер, походу. Так прикольно ходит. А че не стреляет? У него АВП, кстати, в руках. А, стреляет! И звук АВП, все сходится. А, не может Серегу поймать. Мочи его. Ого, у него пуля мэддебелая, мощняк. Ого! Сейчас по роботу, наверное, гасанет разок, и робот разлетится. А где он там? А, он застрял. А нет, я катапультируюсь. Так, давайте еще раз его поставим. Давай, Серега, а ну какую-то ему преграду поставь. Сейчас. Ах ты, зараза. Давай, Серега, камерамена ему срочно, срочно. Давай, давай. О, пошел. А ну-ка, давайте же посмотрим, кто из них. Мне кажется, сейчас еще один выстрел АВП, а его нет. А, убил. Там меня он убил. Ай, блин, псих какой-то. А, все. А, нет, не все. Побольше Серега решил поставить. Давай, камерамен, мы ведь тебя верим. А, не, ну не подходи, видишь, у них битва серьезная. Да я тут при чем? Я ж свой. Я ж за тебя. Ладно, тогда мочи его за это. Ого, аж экран так убелеет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, убил. Все, Серега, удаляй, удаляй психа своего неадекватного. Присел на картаны. Так, теперь у нас, ребята, сейчас будет очень крутой пак. Это скибиди-туалеты президенты. Скибиди-туалет Байден. Джо Байден. Прикольно сделано. Джо Байден. А вообще, а такое есть там в оригинале или нет? Есть, есть. Ну, есть от автора анимации там, правда. Я понял. Ну, блин, America. Неожиданно такие президентусы. Америка. А ну давай ему камерамена какого-то лупани. Ну-ка, сейчас, сейчас. Я его держу, чтобы он не вырвался, этот псих неадекватный. О! Ой, нет, 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 это большой, вот. Во-во-во, давай, с мелким. Кто кого? Я думаю, скибиди туалет. Ага, не убил. Ну зачем? А давай, вот, вот, его гаси. Во-во-во-во, вот, а не меня, не меня, во. Смотри, челепись, дрик. Челепись, а вот, сейчас. Он за мной, тот за тем. О, все, наконец-то, они... Сошлись в смертельной битве. Я не рекомендую близко подходить. Я тоже не рекомендую это подходить, но хочется прям посмотреть. Кто ж кого? Ого, он его лещами бьет. Да опять ты смотри. Ты давай, не шути уже, шутки. О, опять. Он сейчас его опять лупанет, короче, и тут отодвинется. Ну, мне кажется, этот скибиди туалет намного крупнее, чем камерамен. А ты смотри опять за мной. Че, дурак что? Да ну я ж свой. И что, они так долго драться будут или нет? Думаю, да. Ну, походу, да. Сколько жизни уже у них? У нас нема мода на путь смотреть. В следующий раз надо будет добавить. Все, Серега, правильно и сделал. Ну их нафиг. Да, скибиди туалет. Эрдоган. Президент Турции. Погнал. Ну, реализовано очень круто. Так, надо его кому-то поставить. Давайте я ему поставлю кого-то. Байдена. Во. Так, давай большого, чтобы его замочил. Так, скибиди туалет. Давай, деритесь. Это жесть. А скибиди туалеты между собой никогда, да, драться не будут? Нет. Было бы эпично, ребят. Это было бы очень круто. 40 лет спустя. Так, стопэ. Сейчас мы отключим искусственный интеллект и поставим что-нибудь посерьезнее. О, не, я извините, я переборщил немножко. О, нет, подожди. О, пойдет, давайте. Эпическое что-то снимем. Не, ребят, ну вы их стреляете, нас не надо. О, все. А что, он своего убил, что ли? Получается. Вы же сказали, что они не воюют между собой. Да, может, камерамены и спикермены в этом баке воюют. Может, он случайно по нему попал? Такое возможно? Да. Текает. Ты чё, убегаешь? Давай, Эрдоган, мочи его. О, все, бьет.
Так, полети. Представьте, испугался. Ай. Попадает еще, нифига себе. Что за битва такое? Было бы у нас больше... Ладно, ладно, психи. Так, все, ладно, Эрдоган, тебя убили. Серега не выдержал этой нагрузки психической. Думает, ну вас нафиг. Так, следующий у нас. Поехал. О, Серега, твой любимчик, Ким Чен Ын. О, Ким Чен. Северная Корея рулит. Глаза у него такие стрёмные. Тихо, тихо, не попадёшь. Херабрина. Анимация есть, пацаны. Да. Как скример такой прикольный. Херабрин. Ну-ка, ну-ка. Так, надо ему кому-то поставить. Сейчас мы лупанем его. Давай. Давай. Ого, он его с ноги умантулил. Ха-ха, под срачниками просто бьет. Ну-ну-ну-ну. На! Он его просто как щенка отталкивает. Вообще ни о чем. Так, он залезть не может, да? Давай, деритесь. Ты ж мужчина, давай. Ого, аж трещины появляются. Только уж у него жизни. Ого, я даже я на расстоянии умер, представляете? Хотя я не был рядом. Ну и кто кого... Да давай. Что он делает? А вчера эта штука не убивала меня. С пуза у него. Да капец, сколько у них жизни. Да, это что-то такая битва боссов, что ли? Так, я подходить близко не буду. Убил! Хорошо. Убил, Серега! Замочил все-таки. Я так понимаю, что жизнь у них у всех одинакова. Победи Обама. Обема. Был бы ты человеком. У них еще не унитазы у всех разные, представляете, как круто сделано? Так, Обама, сейчас я тебе... О, я знаю, кого надо поставить. Сейчас. Был бы ты человеком, а не унитазом. Давай, давай, давай. Колонка, покажи вещи. Ого, она прям напрыгивает на него. На. Неплохо, неплохо, они мочатся. Вот так вот. Еще. Слева. Ой, я так, чтобы они нас не убивали, я сделал игнорировать игроков. Вот правильно, правильно, Дима. Давайте, наказывайте. Еще одно, нифига себе. Ой, это подождите, это уже неравный бой. А ну и так у нас неравный. О, пошел, пошел. И что, долго вы они его будут мочить? Ну я же какой-то такой мощный, наверное, у нас. Так ты шо, это Абема мощный. О-о-о. Ребята, мы устроили войну. Хотели в следующем ролике сделать, но в следующем ролике и так сделаем. Раз все, они с ним Абема расправились. Ну это было жестко. Следующий у нас Ибиди Трамп. Донна, это настоящий? Ну, искусственный. Кстати, обратите внимание, у него золотой унитаз. Да. Он обиделся. А это ж игнорировать игроков стоит. А почему у него прическа такая? Ну, у него такая вроде она и была когда... Ого, он сдувает его! Чё? А, нифига себе. Но они реально с ним расправляются, ребята. Это прям жесткая битва, я вам скажу. Жесточайшая просто. На. Вот это они его откинули. А он, смотрите. Это он гигант просто. Да будут взрывы, пацаны. А нет, думал, будет стрелять по нему. А это он обманку такую сделал. А, я думал, будет, знаете, когда он прыгает и ракетами стреляет. Так, если игнорировать игроков, не должно нас дамажить, по идее. Да, нас не дамажит теперь. А, забирай свои слова назад. Ого! Смешно, я понимаю, веселитесь. Ну и чё, не может убить он его, просто не может. Досмотрите ролик до конца, потому что в конце мы их всех взорвем мощной бомбой. Все! Все, Серега. Так, поехали дальше. И последний у нас... Кибидитуалет Зеленский. Красавчик. Очень реалистично сделано, похоже. Мне ж так сразу не определить. Ну что-то есть. Бажаю здоровья. Слава Украине. Здоровьем слава. Так, давай. Покажет он как надо. Выйди отсюда, разбойник. Ой, пошел. На! Нормально он на него дуднул. Ой, за карту улететь. Он его сейчас в воду, короче, скинет. Давайте посмотрим. Давай. Ого, он летит. Купаться. А он не сдается. Вот это скорость у него. Нифига себе. Он просто какой-то гонщик.
Нелегальный. Мне кажется, можно еще будет даже снять крутую рубрику. Кость бедитолет самый быстрый. Мне кажется, он победит. О, что там? Подводная битва пошла! Под водой дерутся. Одни брызги, смотрите, ребята. Сразу видно, где происходят какие-то события. Просто брызги фигачат. У них там подводная пати. Все, Серега, давай, сбрасывай. Ух ты ж, сколько много. Ой-ой-ой-ой, ребят, прощайте, мы сейчас все умрем. Ай-яй-яй. Я живой. Я за карту залетел. Ой, я завис. Тут, Серега, нифига. Еще летят. Короче, решил, ребята, устроить здесь просто апокалипсис. О, один умер. Это крабик вот этот. А, у него самое мало жизни так получается. Ай! Серега, псих! Надо улетать. Даже полет сбивать, представляете, сука? Серега, ты там бросил бомб, сколько-то? Да хренич. Я вижу, ты какой-то неадекватный. Это просто жесть. У меня вебка что-то лагает. У меня вебка лагала из-за этих взрывов. Ай, блин, это жесть. А как она связана? А, все, не лагает. Очень странно. Так, отлетим. Да господи. Что, Серега, не умирают? Умирают. О, я вижу. А если опять буду лететь? Да. Ай, Серега, псих. Так, Серега, давай подожди, посмотрим, кто там остался живой. Хорошо, подожди, там последний. Я вижу, последняя партия летит, ребята. Серега сегодня у нас псих. Ой, вот еще бомбы. Да они тут валяются по всей карте, и вот. Серега, тут еще валяется куча бомб. Я отлетел, давай, кидай. Давайте я тоже покидаю бомбы, а че бы и нет. Погнали, Грубич. Я буду их туда кидать вниз, а Серега их будет активировать. Отлетаем. Я вижу, летят еще. О, сейчас будет мега взрыв, ребята. Черный столб дыма стоит. Просто жесть. Ничего не видно. Ой, я не там бомбу бросал. Ничего страшного. Ой, сейчас к ним прилетает, все, беги. Живые. Даже я умер, потому что они отсюда долетают отрывами. Вон, смотрите, что делается. Мы любим, ребята, вакханалию делать, нам это нравится. Мы кайфуем от этого. Короче, что, может они бессмертны? Не, ну как они бессмертны? Мы же их убирали. Нет, быть того не может. Не, знаете, почему они не умирают? Пушка, давай пушку с Гренвича ставь. А смотри, сколько бомб там не активизированных. А что они не взрывают? Давай, короче, я кину сейчас бомбы, которые их активируют. Отойдите все. А, ой. Серега сделал вещи. Сейчас еще одну скину бомбу, которая их активирует. Я немножко там, ну, переборщил немножко, но вам понравится. Ой-ой-ой-ой. Ой, извиняюсь, обстоятельства. Надо валить. Там бомбы мощные загорают. Вот, активировались они все. Убили. Одного. О, еще одного убили. Ну что, бомбы я деактивировал. Притом все. А вот валяется. Большой умер, пацаны. Остались только президенты. Давайте пушка их. Это мощь, ребят. Это просто мощь. Все, всех разбили. Ой, я хоть одного убил. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Гусанек, Заварной кофе. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Приветики, облетики. Всем привет. Ребятушки, сегодня у нас очень классный и офигенный ролик, потому что будем записывать всех скибиди-туалеты, которые мы смогли найти и скачать. Будет рубрика называться «Какой скибиди-туалет самый крутой?». Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Первый у нас скибиди-туалет Трихэт. Ребята, досмотрите ролик до конца, потому что мы будем делать обзоры на всех скибиди-туалеты, которые самые крутые и офигенные. Вот это у них рожи стрёмные. Ну что, пацаны, будем включать искусственный интеллект, смотреть, на что они способны. Вы готовы? Погнали! Вот это жесть! Они прям как склеены, а что это за... Окружение такое. Они на меня сагрились, ты посмотри наверх. А, ну давай падай к ним в парашу. Ой, в туалет. Ой, убили. А, они просто дамажат вот так вот. Это жесть. Как вы думаете, их можно убить обычным оружием или нет?
Да. Да, можно, можно. А сколько уж у них жизни, как вы думаете? Охренели он. Может, мы будем админским пистолетом их мочить, потому что надо всех успеть посмотреть в этом ролике. Так что, Серега, давай, бери админский пистолет и мочи их. А если этот ролик наберет 5000 лайков, мы обязательно запишем выживание с этими скибиди туалетами. Это вроде не админский пистолет, Серега. Сейчас будет. И у меня есть кое-что получше админский. Ай-яй-яй, блин, жесть. Вот это не дамажит. Ой, что это с ним? А, монтировочка, я понял. Нет, это палец, пау. А, я помню этот админский мод. Следующий у нас туалет, скибиди туалет, балаклава. Поехали. Ого, он громкий. А чё? Ого, сколько гранат бросает. Офигеть, я этих скибиди туалетов ни разу не видел. Это прям очень эпично. А, и гранату кинул. Аптечку, Дима. Вот это я отлетел, ну это прям вообще жестко. А где он? Одна граната? А, по одной кидает? Когда как, да? Всегда по-разному кидают гранаты. Да блин, что за радиус у гранаты? Такой какой-то нереальный. Ого! Жестко их выкидывает. Офигенный эффект. Ты его убил? Да. Правильно. Следующий у нас скибиди туалет. Балаклава. И что-то там еще написано, мне не лазят надписи. Гигантус, я понял. Ой-ой-ой. Да ты что он делает? Офигеть, даже крышка унитаза подпрыгивает. Классно сделано. Офигеть. Ой. Это жесть просто. Ого, он за бор не может перепрыгнуть. Смотрите, прям четко меня гранату кинул. А, не попал. Все, Серега его уничтожил. Так, поехали дальше. Скибиди туалет. Балдгей. Ой-ой-ой. Вот это у него рожа стрёмная. Глаза такие белые, надутые. Это шустрый. Он меня не убивает, смотрите. А не, убивает, ладно. Дима, это шустрый скибиди туалет. Ай. Серега уже робот взял. Ты думаешь, робота не замочит он? Нет, это не я. Понял. Это я. А, ну давай, постреляй. Ну, мне кажется, ты ничего ему не сделаешь. Это прям очень мощный робот. Ой, скибиди туалет. Давайте посмотрим, как он робота убьет. А, не. А, Серега сделал свое красивое дело. Следующий у нас скибиди туалет. Коп. С мигалками. Блин, вот это фантазия у кого-то. Да просто жесть. Ой, я не хотел. О, звук смывания был? Да. У него есть. У него анимация есть. О. Офигеть. Ну давай, Серега, ты еще раз его замочишь. Я хочу посмотреть на эту анимацию. Офигеть. Смылся. Блин, а у тех не было такого, да? Нет, не было. Понял. Следующий у нас скибиди туалет. Диджей. Это жесть. Вот это он четкий. Такой эффект у него офигенный в начале. Тихо-тихо, где он? Ё-моё, он без башен. Ого, у него эффекты! У него реально жесткие эффекты. Ой, ну нафиг, я тикаю. Не-не, подожди, пока не мочи его. Давай посмотрим, какие у него еще есть эффекты. Я тикаю, говорю, я тикаю. А, я думал, ты его уже мочить хочешь. Эй, тихо-тихо. Тихо. Мочи Серегу! Офигеть, у него прям такие лазеры с ним обьют. А где он? А вот он. На! Ай, блин, это круто! Всех замочил и робота снял. А ну, Серега, давай, мочи его, да, посмотрим. Ого! Он просто исчез. Это трэш просто, ребятушки. Следующий у нас скибиди туалет. Помало. Ой-ой-ой. Ого, у него голова длиннющая. Вот это жесть. Блин, ребята, сколько у нас офигенных скибиди туалетов, теперь мы будем записывать их. Очень много классных рубрик. Очень. На меня. Блин, ну Дима, трындец. Вот эти туалеты мне напоминают с фильмом ужасов какого. Так да, они реально жесткие вообще. А зубы какие у них? Это что с тобой? А, Серега убил. Молодец, Сережечка, молодец. Извини, обстоятельства. Скибиди туалет гигант. Ого! А, это Джимен. Дайте я его посмотрю со стороны, блин, не дает мне возродиться. Ого. Кстати, ребята, он стреляет с глаз лазерами, насколько я знаю. А я давно еще их просил, когда уже снимут, когда уже сделают мод, когда он будет стрелять глазами. Ай. Ого, крышу забрал. Получается, он сдалека может, да, лазерами стрелять, если не достает? Да. А ну-ка, пусть по мне жахнет. А ну, я не попал. Косожоп, косожоп. И вот по нему попадаю, и ничего. Но анимация, детализация просто на высоте. А чё меня не может убить? А почему-то его лазеры не убивают.
А, нет, это как визуально просто, да? Они не могут дамажить. Может, застрял из-за того, что... Не-не-не, я и тогда по вам тоже стрелял, когда я в него вселялся. Ничего не получалось. А ну, Серега, давай его замочи. Ай-ай! Будет он смываться или нет? Мне вот это интересно. Не. Ого! Просто растворился в небытие. Следующий у нас скибиди туалет. Гоут. Ой, это жесть. А что с ним? Святого не а что его колбасит? Ого, он полетел в небо. А что это? Что за пердёж? Это он делает? Да. Вот это его колбасит. Блин, ну мне нравится, когда он взлетает и делает вот этот мега удар. Это реально сейчас, офигенно. Он опять сейчас меня, кажется, подкинет. Не-не-не-не-не, ничего-то не хочет. А ну-ка приближается. Ай, блин, не успел отскочить. Хочу еще анимацию посмотреть, когда он взлетает в небо и дамажит. Ого. Это очень круто сделано. Во-во-во, ребята, наблюдаем. Офигенная анимация. И пердеж какой-то. Бу. Да что за пердеж? Серега, похоже, как будто это ты делаешь. На, и перданул-ка ты его убил. Блин, настроение, ребята, отличнейшее. Надеюсь, вы не забудете подписаться и поставить лайкосик. Если хотите с нами пообщаться, заходите в наш дискорд. Ссылочка в описании. Скибиди туалет гидра. Ой-ой-ой, паучище. Офигеть, звук такой классный. Тихо, псих. Интересно, он только головой дамажит? Он не такой большой, по идее, должен быть. Да? Ого, да. Пердит. Офигеть. Серега, тебе много раз убил уже? Да, раза 4 точно. Ай! Вон, у него есть всякие эффекты, смотрите. Будто бздёж какой-то появляется. Офигенно, они все настолько детализированы и круто сделаны. Кстати, эту всю подборку, которую мы сейчас записываем, для нас собрал Гусь Санёк. Так что Гусь Саньку респект. Напишите в комментариях, Гусанек молодчик. Потому что если б не он, не было бы этого крутого ролика. Скибиди туалет Абунга. Я язык чуть не глотнул от смеха. Блин, ну классно сделано. Так, где он? А, он принципиально, Серега. А ну, робота сейчас убьет, смотрите. Ай, робот, прощай. Побежал. Нет, не убил? Битва Абунги и робота. Беги, робот, беги. Ничего ты, мне кажется, не сделаешь. Я десантируюсь. Развалил робота, представляете? Так что Абунга сильнее любого робота. Блин, он настолько быстрый. Он еще эффекты какие-то остаются, когда убивает. Ого, я залетел. Ой-ой-ой. На. Классяк. Ого, Серега, ты его наказал. Он аж куда отлетел. Щенок вонючий. Скибиди туалет рандом. Это рандомный будет сюда? Рандомные модельки. А, я понял. Люди, на. Люди там будут другие. Я понял. Чё, не может вам ничего сделать? И чё, не может убить? Серёга, мочи. Ну, если я сейчас лезу, то он будет мочить. Ой-ой-ой, так что из-за тебя все это происходит? О, тоже смылся. А, и просто исчез. Классяк. Мне этот звук параши нравится. Скибиди туалет Рокер. Нифига себе! Чё за ракета? Что это такое? Это ракета из Скибиди туалет. Офигеть. А давайте попробуем все взлететь и проверить, он убьет в воздухе или нет? Да, может. Не, он в воздухе не убьет. А, он не может, он не взлетает. Представьте, еще плетал бы. Офигеть! Что с ним? Ха-ха-ха! Блин, это респект и уважуха разработчикам. Ого! Это он когда умирает, взрывается так? Да. А ну, Серега, дай еще раз его поставлю, ты взорви его сразу. Вот это жесть! Ладно, поехали дальше. Скибиди туалет террорист. Ой-ой-ой-ой-ой, прикольная, камуфляжная такая раскраска у него. На! А что это было такое? Он Аллах Бабах сделал. Аллах Бабах? Вот он, ай-яй-яй. Аллах Бабах. Сразу троих убил, представляете, насколько мощно гасит?
Серега его наказал за это. Так, у нас еще есть пак один. Теперь пошли, у нас камера головая. Камера Страйдер. Зря ты. Ой-ой-ой, у него пушка есть? Он с пушкой стреляет. Да, он может. Я в это растворился. Он растворяет. Третий не может попасть. Кассажоп, кассажоп, кассажоп. Нормально так. Нормально. Я готов. Давай, мочи его. Он убегает, Серега. Он знает, что ты можешь его убить. Ха-ха-ха, растворил Серегу. На, молодец. А меня не может убить. А, нет, забирает свои слова назад, может. Пау. Все, Серега его склеил. Поехали. Камерамен просто. Эй! Он с одного удара выносит, кажется. На, ляща меня! А это не тот, который мы качали? Помню, мы с ним записывали. А мочи его, Серега, он скучный. Грокбэк. Ух ты! Чё за качок такой? Это гигант, это вот увеличенная версия камерамена. Пошел, пошел, пошел. На, аж пыль идет. Неплохо он дамаж, но они звуки никакие не издают. А в принципе, какие звуки они должны издавать? Так они тихие, Дима. Ну это да, же да, да. Веди туалеты. Серега, мочи его. Я его боюсь. Ой, блин, он мне ногой хочет ударить. Ну не расстраивайся, все нормально. Ты еще в ролике к нам попадешь обязательно. Что там у него нормально показывает? Блин, офигенная, фул 4К, Дима. А я прям вижу, смотрите, прям детализация на высоте. Поехали дальше. Следующий у нас камерамен Мехабосс. Ой, это титан. Он меня просто растоптал. Это титан. Ой, жопа нам. А чё, а ничего не произошло? Думал, стрелять будет. А он стреляет. А он стреляет? Надо подальше, наверное, отойти просто. Ай, он меня раздавил. Ах, да блин, заразела. Так, я улечу. Хочу посмотреть, что он сделает. Он на меня вот сагрился. Давайте полетим. Он достать... А он прыгает! Да, он прыгает, он летать может, он стрелять. А ну, будет может. Он стрелять или нет? Майкл Джексон. Не, не хочет стрелять. А вот. Вон. Бум. Ай, на, блин, через забор мочит. Так, Серега, давай, накажи его. Покажи силу. О. Блин, он не так классно умирает. А что с текстуркой? А так и надо. Замедление времени. Все, крякнул мужик. Поехали дальше. Скибиди, туалет, спай. Ух ты! Шпион. Это шпион. А, это шпион? А я вообще такого не видел. Это шпион камераменов, который внедряется в скибиди туалет. А, я видел, да, в роликах есть такой. Который, это, типа с ними тусуется, на самом деле шпионит. На, на. А что у него там с крышки унитаза вылазит? Бомба, прикольно. Бомба. А, это то что он делает? Ого, Серега, ты его жестко наказал. Так, поехали дальше. Спикер-геликоптер. Ух ты! Игра зависла! Вылетел у нас Гаррис Мод. Видно, этот геликоптер дудосит наш Гаррис Мод. Ну, мы его все равно посмотрим. Поехали. О-хо-хо-хо, псих какой-то. Блин, он что, он высоко может летать? Или так летать над землей? Он звуком убивает нас. А куда он улетел? Дурак, что ли? Иди сюда. А на большом расстоянии, интересно, дамажит или нет? Ну-ка, ну-ка. Ого, музычка лупашит. Нормально он дамажит. На, убил все-таки. Ну-ка, я ему задницу надеру, иди сюда. Давай, давай, замочи его. Ай, блин. Серега, то он тебе задницу надрал, что-то у тебя не получилось. Ого, дамажит сразу троих. Сейчас я ему рожу набью. Давай, Серега, я хочу посмотреть, как ты его убьешь. Сейчас я ему жопу надеру. Покажи вещи. Апперкотом. Где он? А вот он, вот иди он. Иди сюда. Пау. Чё-то, Серега, нифига. Интересно, сколько это апперкот отнимает жизни? Ну ты его дамажишь. А он тебя убить не может. Ты good mod себе включил? Я good mod включил. А я и думаю, какой ты хитрый ты, Сережечка. Ладно, ладно, мочи его. У нас еще надо все успеть посмотреть. Все ребята у нас в этом ролике не влезут, поэтому ролик поделится на две части. Всех камераменов из скибиди туалетов. Так, следующий у нас спикер Спайдер. Ого! Это мощь! Ого, он даже мощнее, чем тот! Вот это жесть! Серега пытается убить, а не может. Вот это у него волны. Интересно, он машину может зафигачить? Давайте машину поставим. А давай. Так, транспорт. Поехали.
А, блин, не успеваю поставить. Так, давайте вот такую вот поставим машину. Я в нее сяду. А ну-ка. Давай, иди сюда, щенок. Я жду тебя. А что эта машина не переворачивает? Странно. Да, это очень странно. А, кстати, он ее хорошо дамажит, ну нифига. Искры идут, все нормально. Так, тихо, мужик, да, я выйду. Я выехать не могу. А, все, Серега его задамажил. Так, я думал, знаете что, он будет своей вот этой волной звуковой переворачивать машину. Но это было бы эпично, согласитесь. Прям круто было, можно было бы классные ролики еще записать. Так, следующий у нас спикермен просто. Ого, это не простой, какой-то гигантский. Это здоровый. Башкой бьет. А, да, он с ноги бьет. На, и головой бьет неплохо. И прыгает, и руками. Руками, и ногой. Вот ногой меня завалил. Пицрачника. Так. На. На. Все, Серега отомстил за меня, как он красиво лег. Мне это нравится. Так, поехали дальше. Последний у нас в этом ролике. Спикермен Меха. Босс. Это Титан. Да. Ого. А это реально мощный. Один из самых мощных, которых я видел вообще. Ого, в воздухе. Да. О, я знаю, что надо сделать, ребята. Я знаю, что надо сделать. Я в него вселюсь. Ой-ой-ой, какой ролик можно будет снять. А ну, R английская, да, вроде бы, дамажить? Да, да. Во-во-во. Офигеть. А ну, он сам наводится? Да-да-да, он знает, куда стрелять. Неплохо. А если просто R нажать? А, он сразу R, и он прыгает. По пушке. Давайте попробуем прицелиться. Пушку не уничтожил, еще раз. А он сам знает, куда стрелять. Эй, ты че, битву решил против меня устроить? Слышь ты! А ну, я могу задамажить пушку? На! А ну, давайте с пушки по мне постреляйте, с пушек. А я побегаю здесь. Посмотрим. Давай. Так, это правая кнопка. Ой, и базука стреляет. А если в английскую назвать? А, от первого лица нельзя. На. Кстати, помните, мы сколько раз записывали разные моды? Эта пушка обычно выносит сразу. На. Ой, хорош, хорош. Давайте посмотрим, сколько уж у него жизни. Даже не буду шевелиться. А, все, вынесли. Вынесли. Очень мощный. Ребята, ждите, на моем канале очень крутые ролики с этими будет некс-ботами. Это просто будет эпик. Можете даже в комментариях написать, что нам с ними снять, какие рубрики. Самые крутые выберем и запишем эти рубрики. Даже скажу имя того человека, кто эту рубрику придумает. Окей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Подлючка, FM Zoom, Гусь Санек. Пацаны, поздравайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. И сегодня у нас будет обзор на новых скибиди туалетов, которые не попали в те ролики. Они очень крутые и классные. Поэтому, если тебе кушать, приятного аппетита, а мы начинаем обзор. Так, первый у нас скибиди Fun Rocket. Я буду в них вселяться и проверять, что они могут. Даже интересно. Это, короче, вентилятор. Ого. У него очень классная анимация, странно очень. Так. А на R. А, он не может стрелять? Да, он может стрелять как-то. Он стреляет. А что я не... Не, он не стреляет. На R. Вот я R нажимаю. Он, наверное, просто бьет. Да, он просто бьет. Все? Это все, что он умеет? Кстати, летит как ракета вверх. Смотрите, как круто. Ну так это же вентилятор, потому что. Ну да, кстати, он вообще не управляется. Кстати, под водой тоже все четко работает. Это да. Просто трэш. Что за звук воды теперь у нас? А вы досмотрите ролик до конца. В конце мы поставим их как NPC и с ними повоюем. Поэтому обязательно до конца. И поставить лайкосик, подписаться на канал и классный комментарий. И в наш Discord тоже заходите. Мы там все каждый день тусуемся. Следующий у нас KBD туалет Arctic Hell. Так, вселяемся. Ого, у него базука. Смотрите, пацаны. А ну бабахни. Бум! А ну-ка, поставьте мне автомобиль. Я хочу его разорвать. Мы сейчас будем как раз сразу все тестить, чтобы на следующие рубрики и ролики у нас было все очень классно продумано. А ну-ка. Чё за бред? Эй, машина! А, ты её дамажишь. А я слышу этот звук, да. Так, это уже сколько? 5 выстрелов, да? А если я так просто ударю? Стойте поближе. А, ну вот так сразу дамажит. А ну поставь еще раз, я ее просто ударю. Ну-ка. Проверим, с одного раза дамажит или нет. А ну-ка.
Ну, понятно, все очень круто сделано. А что у меня еще? У меня пулемет еще как будто по бокам есть, но он не стреляет. А это так, для красоты, наверное. Да? Ого, они высоко прыгают. Ну, это, кстати, не так очень высоко, как те. Хорошо, следующий у нас... Скибиди Таулет Клау. Ха-ха, такой прикольный вообще. Очень классно выглядит. Такой ржавый. Прикольный, до колесика. Ай-яй-яй, я катаюсь. Ты видишь, как он скрипит? Да. Я, наверное, не слышал. Ого, а ну дай я тебя подамажу. Ну давай с дальней. Он просто притягивает этим вроде. А я не могу тебя убить, кстати. А, могу. Боже. А я тебя могу притянуть? А ну попробуй. Да. Да не, нифига. А может это потому, что искусственный интеллект выключен? Нет, оно все равно все делает как положено. Так я же искусственный интеллект, как это? У меня ничего не выключено. Может, когда они между собой будут воевать, тогда может такое и будет. Может, знаешь, это игнорировать игроков включено? А вот мы в конце ролика и проверим. Мы их поставим и будем проверять. Чтобы дострелили до конца, было интересно. А он еще может делать это анимацию на правой кнопке мыши убийства. А вот я нажимаю правую кнопку мыши, ничего. А, ну тоже, походу, из-за этого. А я специально не использую все возможности. Так, следующий у нас Скибиди Таулет Глич. Этот был у нас? Это очень быстрый. А я проверял, видите, тоже запомнили, что он был. Вот этого не было у нас. Или был он тогда, уже не помню. Не-не-не, не был. Их столько много появляется, и все больше и больше. Говорят, что уже есть Скибиди Таулет и зомби. Это вообще, да, как-то прикольно будет? Не зомби, а камерамены зомби. А, камерамены зомби. Так. А я ничего делать не могу! Не, можешь стрелять там на R вроде. Да я нажимаю R. Ну, походу, опять из-за того, что игнорировать. А я сейчас включу, и мы проверим сейчас. А давай. А чё я в небе завис? А я медленно приземляюсь. Давай я тебе. Не, все равно не дамажит. Все равно не дамажит, пацаны. Очень странно, очень. О, я быстрее приземляюсь. О, хорошо. Так, следующий у нас. Скибиди Таулет Хейвей. Ого, это прям какой-то танк у нас. Дебейлиши просто. Вообще. 4 базуки. 4. Не, ответ на красоты, представьте. А что за прикол? А ну, поставьте машину, попробую машину жахнуть. А ну, давай. А ну-ка, отойдем. Просто когда я прицелюсь, я не вижу саму, как я урона ношу. Попал. Попал. Машина отметит. А чё нифига? Опять, да, короче, плохо дамажит машины, да, как-то оно? Да, ракеты слабые. Получается, оно его не взрывает, эти машины. Оно просто как бы наносит урон, ну, до взрыва до самого не доходит. Хотя с такой базуки оно должно фигачить, блин, просто жесть. Как он, смотрите, просто разлетается. Так... Хорошо. Следующий у нас Скибиди Таулет Хелли. Ха-ха, так прикольно, песенка поет свою. Ускорено немножечко. А, просто дамажит, да, так? Ой, я R нажал. Офигеть! Ха-ха-ха-ха! Ребят, ну это точно попадет у нас в следующий ролик. Он серит, короче. А я R жму постоянно, он взлетает и выше все. Да, нормально. Офигеть! Но она не дамажит вас эти взрывы или нет? Нет, вроде. А да уж там. Да, не дамажит. Это как, бу- да, как не будто дамажит. Для красоты. Ну, не, не дамажили, я проверял. Ну вот сейчас мы все и будем проверять. Хорошо. Следующий у нас. Скибиди Таулет. Так, Гидра у нас был, да, в тех роликах? Да, потому что они там похожи есть между собой. Вот этого не было. Это у нас Скибиди Таулет Октопус. Странное название. Паучок чисто такой. Ого, он здоровый. Это спрут, да, этот? А я когда иду, звук идет, слушайте. Да-да-да, звук. Да-да, скибери. Ха-ха-ха-ха, прикольно. Так, что он, R делает? Танцует. Не, ничего не делает. Просто бьет. Ай. Ого, я на большом... А ну, стой, на большом расстоянии попробую ударить. Не подходите ко мне, не подходи. Подходи, подходи. Не вытягивай тебя. Нет, прям сильно далеко не. Капец, ты большой. Ты сильно большой, да, пацаны? Да, очень. Так, хорошо, поехали дальше. У нас следующий. Так, Скибиди Рокет был. Вот, Скибиди Туалет Сайлент. Чинкс. Я думал, он какой-то ржавый. Ну да, он такой какой-то паршапанный весь. Ха-ха-ха, паршапанный.
Не, буду чикать всех. Ого. Что, далеко его щупальца бьет, да, я вижу? Да. Он тоже хукает, но что-то не работает. Хорошо, давайте следующий у нас. Скибиди туалет, sunglasses. Это в очках, которые уже против телевизора головых. Икс, поехали. Он такой какой-то скучный. Ну, просто обычный, просто очки. Двоих сразу, пацаны, угадал. Так, ну что, это все у нас, да, которые мы... А, нет, вот еще. Вот этого мы смотрели тогда, я уже не помню. Ну, нет. Его не смотрели, это тоже новенькое что-то. Текс. Так, наверное, английскую ничего не делает. Пацаны, а когда я вот сейчас их всех поставлю, как мы будем выживать? Не знаю, как-то. Зато у него есть звук смывания, когда он его убивает. Давай я возьму. Не, все. Ну, Сурик, ты что, забыл, что самый первый это админский пистолет? Да-да, забыл. Так, а стиралку мы тогда тоже, да, обзор делали? Или не делали нам на стиральную? Скибиди туалет вейш машин. Стиральная машинка. А, давайте посмотрим, что она умеет. А ничего не умеет. Да не, просто убивает. Ну просто, ну так просто убивает. Так, ребята, как и договаривались, мы сейчас поставим всех скибиди туалет и будем выживать. Мне кажется, это будет очень жестко. Очень. Так, это был... Вот этот вот у нас. Вот этот бомбочки бросает. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, надеюсь, вы уже влепили лайкосик и подписались, потому что мы стараемся записывать ролики каждый день. Они между собой драться не будут. Это да. О, можем им поставить камерамена какого-то мощного? И посмотри, как они его будут лупашить. Ну чё, вы готовы? Я им включаю искусственный интеллект. А ну. Пока мне сигнорировать игроков, они тут танцы устраивают. Ну все, пацаны, прощайте. Мгновенная смерть. Просто, смотрите, что творит. Ой, взрывы на все убивают. И бомбочки все убивают. Ого, и пулеметы. Видите, у них все работает, а у нас как-то не работало все. Так что, ребята, кто досмотрел до этого момента ролик, вы красавчики. Вы попали на самые эпичные кадры этого... Ого, я головой в стенку врезался. Эпические кадры, просто. Нифига себе! Так, пока я лежу мертвый, мы сейчас с ним сделаем небольшой сюрприз. Ребята, если этот ролик наберет 5000 лайков, мы сразу снимаем новых камераменов. Весь этот раздел, тут очень много новых и классных. Давайте пока поставим какого-то новенького против них. Че, они там будут воевать или между собой? Так, машина поехала. Ой-ой-ой-ой, неплохо они его гасят. Так, а куда он уехал? Ой, меня убил, блин. Хорошо, сейчас еще один сделаю сюрприз. А как жить? Так. Они его мгновенно, да, убили? Да. Вообще психи, нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, хорошо, давайте мы еще поставим вот такого вот. А, это маленькая, мне кажется, они вообще просто разотрут. О! Светофоромен. Ну, я не знаю, может, он не так немножко называется? Я помню, как он называется. Да, светофоромен. Ого, он их гасит. Смотрите, что делается. Ну, я так понимаю, что на обычное оружие против них использовать никакого смысла нет. Только админским пистолетом, разве что. Только так можно будет убивать их. Смотрите, что он делает. Он того убил. Так, давай, давай, давай. Я в тебя верю. Ребята, напишите в комментах. А, все, можете не писать в комментах. Мы уже увидели, кто выиграл. Странно, какой-то он умер. Какая-то штука торчит у него. А! Ты задрал. Кто-то стреляет по мне. А, я вижу, кто еще. Давайте, сейчас давайте поставим. Вы задрали монстры вонючие. О! Погнал. Так, не за мной. Давай, защищай меня, защищай. Ох, ты с одного удара вырубил. Да ладно. Давайте еще раз поставим сейчас скибиди туалет какой-то мощный. И все-таки проверим эту битву эпическую. Давайте вот это вот поставим. Ну че, давай. А куда ж ты бежишь? Вот он. Ногой. Давай. Блин, он очень мощный. Мне кажется, напрашивается рубрика сделать просто построить аренду. Ха-ха, у нас есть мод на постройку карт. Мы можем на карте построить классную арену и сделать там битву. Да, пацаны? Да. Кстати, все эти моды посоветовал Гусанёк. Поэтому все пишите Гусанёк. Поэтому... Ой, Гусанёк молодец. Так, давай, дерись. Будь мужиком. Да не со мной. Все, ребята, пишите в комментах, кто сейчас выиграет. Скибиди туалет. Или камерамен.
Вы что, вообще никак не встретитесь? У вас тут свидание вам устроить? Они друзья. Все, поехали, смотрим, кто же выиграет, ребята. Я думаю, что выиграет Skibidi Toilet. Не знаю почему, но мне так кажется. Давай, давай, наваливай. Камерамен выиграл. Ну, видишь, тебе казалось, а я знал. Это было эпично. Это было круто. Тут трупы лежат. Короче, сейчас после ролика будем, ребята, убираться здесь еще. Кстати, он умер, а у него светофор до сих пор работает. Дай пусть работает. Прикольно. Хоть рассмотрим его вблизи, смотрите, как все ржавое здесь. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Густенек, FM Zoom, Фриз. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Ребятушки, сегодня у нас очень крутая рубрика. Какой Skibidi туалет самый быстрый? Если у тебя текушки, приятного аппетита. А мы начинаем тестировать. Раз, два, три. Я самый быстрый! И не забываем подписываться, ставить лайкосики, ролики выходят каждый день. И заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Один, два, три. Ребят, ну что, я пока есть победитель! Я самый быстрый! Блин, ну это очень круто! Давайте, пацаны, давайте других, ищите мне каких-то очень быстрых. Представьте, этот Skibidi туалет вентилятор будет самый быстрый в этом ролике. Это будет такой угар. Так, я вижу, уже пацаны готовятся. Один, два, три. Мы что, одинаково, что ли, все? А ну давайте еще раз назад, стойте, стойте. А, застрял. Застрял, помогите. Помогите. Сейчас. Так, давайте еще раз пробуем. Давайте вот это бордюра. И все-таки у нас есть шанс проверить, кто самый быстрый. Давай, Густенек, отсчитывай. Раз, два, три. Ну. О, а чё, получается, вот этот, который с наушниками, самый быстрый? Нет. Вот этот, за которого я. А он самый быстрый? Да, он меня обогнал. Ну все, хорошо, тогда мы берем других. Так, пацаны, кого вы, вот этого выбрали? Нет, я буду за него играть, вы берите других. Да блин. А я специально взял, хочу выиграть. Блин, ну обидно, что моего вентилятора обогнали. Один, два, три. Ну неудивительно, что я первый! Неудивительно! Давай. Не, ну я быстрее был, согласны? Да. За то, что у меня вот такой вот ускоритель есть, это очень круто. Когда shift нажимаю, вот такое вот ускорение идет. Офигеть! Ого! Что это было за взрыв такой мощняцкий? Так, ну что, пацаны, вы готовы? Да. Один, два, три. Клич. Не, ну я пока есть быстрее всех. Согласны? Смотри. Да. Обгоняй просто гоночный Skibidi туалет. Такое возможно или нет? Вообще, мне кажется, это какой-то читерский он. Ой, а что, ракета сейчас у нас будет? Да. Ой, ребята, чувствую, я проиграю. Мне кажется, ракете уже невозможно будет выиграть. Но на длинной дистанции ракета в любом случае будет самая быстрая. Потому что она с каждой секунды быстрее и быстрее ускоряется. Так, ну что, вы, пацаны, взяли всех? Да. Давайте, один, два, три. Ну, я быстрее! Ты быстрее. Я был быстрее, да ладно, как так-то? А, я так же сам ускоряюсь, как и он, каждую секунду быстрее и быстрее. Я ж там под карту улетел. Смотрите, что я делаю. Вот это скорость! Это что-то неимоверное. А чё это за колдун такой у нас есть? А он может какие-то приколюхи делать? Может превращать... Ого, что это? Я так атакую, что ли? Ого, магия! Ребята, ролик точно заслуживает лайкосика. И так как это Гусанёк подобрал нам коллекцию новых Skibidi туалетов, как всегда пишем, Гусанёк топ, да. Я думаю, это будет прикольно. И Гусаньку приятно. То шарлатан, то крутой. Да, крутой шарлатан. Три, два, один. Ой. Я быстрее! Блин, это реально круто! И что, мы всех протестировали уже? Или еще есть у нас Skibidi туалеты какие-то? Нет, ну все тогда. А еще президенты у нас есть. Да, но они вроде все одинаковые. Все? Ну давайте протестим. Я помню, что какой-то был очень быстрый. Давайте, мы должны сегодня всех затестить. Ну, готовы? Да. Три, два, один. Ну, я как бы быстрее. Смотрите, все равно делаю.
Смотрите, догнал. По-любому догнал. Мне кажется, в этом ролике надо и камераменов затестить. Да, давай. Ну все, давайте, я тогда не буду менять своего скибиди туалета. Потому что он очень классный. Я буду за него дальше играть. Так. Ну, мне кажется, в этой серии мы не успеем всех камераменов затестить. У нас их, ребята, очень много просто. Пока миссия быстрее всех. А вот это что у нас? Ага, это тоже камерамен. Ого, гигант! Ну что, готовы? Да. 3, 2, 1. Я быстрее, смотрите. Вот это скорость. Ну, короче, ребята, победителя мы видим. Даже быстрее ракеты. Маленький и мега ускоритель на крышке унитаза. Прям такой звук электричества, слышите? Да. Так, пацаны пока выбирает, я его рассмотрю. Он такой какой-то заряженный весь. Классный, мне нравится. Ого, вертолеты пошли у нас. Ну что, пацаны, взяли? 3, 2, 1. Я даже в воздухе. Смотрите, сейчас я смогу задамажить его по красоте. Бум. Бум. Вот это жесть. Ого. Ладно, поставьте мне машину для эксперимента, хочу ее лупануть. А ну-ка. Давай. О, так пусть и стоит. Стой. Но. А давай танк. А ну давай танк, давай. О, а ну-ка, ребята, давай, погнали. Нифига. А слышу, да, как я его дамажу? Да. Ты его не дамажишь. А дамажу? Он даже... А, он не... да, он уже начал бы коптеть. Кстати, видите, машину разрушил, а танк не могу. Ну и ладно, фиг с ним. Но все равно можно будет классную рубрику снять про этого скибиди туалета. Да. А, он не сразу дамажит, какое-то время надо на восстановление. Ну что, пацаны, взяли? Нет, стой. Давай, мы должны сегодня показать эпические скоростя. А уже есть. Это не одинаковые у вас? Нет, это разные. Ну что, готовы? Да. 3, 2, 1. Догоняй! Дало. А чё, я проиграл, так... что ли? Не сказал, что... Блин, вы быстрее меня, что ли? Я быстрее, ты вымен. А ну еще разок, давайте, вот сюда-таки мне интересно. Давай чисто с тобой вдвоем затестим. 3, 2, 1. Нет, ты всё. Есть, да, я бы... То, знаете, я просто стартанул очень поздно. Смотрите, я его... Видите, по прямой делаю его. Да, по прямой я уделываю его. Так, давайте следующих берите. Я же должен быть победителем. Блин, так классно, когда ты взял кого-то быстрячего и начинаешь всех делать просто. Ну и мы эти еще тестируем скибиди туалеты, чтобы другие тоже знали, какие самые быстрые. Потому что, мне кажется, это очень актуально в наше время. В 2023 году. Взяли? Да. 3, 2, 1. Колонка. А ну, давай назад с колонкой. Где колонка? Ой, что-то она залипла. Не, вот здесь не спал. Что-то с ней, пацаны, произошло. Давай с колоночка, готов? Да. 3, 2, 1. Я быстрее. Ты быстрей. Ребят, ну все, я проиграл. Ну как, я не проиграл, а просто колонка вот эта самая быстрая, пауковая. И чё получается? Ты самый быстрый пока, Миш, что? 3, 2, 1. Колонка. Колонка, ну колонка, догони меня. Не может догнать, значит тебя быстрей. Нет, это я просто залил. Ну да, хоть немножко порадовать. Так, хорошо. Скибиди туалет камера, отлично. Это шпион. А, прикольно. Ох ты, ё-моё. О, еще один был. Гранаты кидай, неплохо. А где они там падают? А, нема никого. 3, 2, 1. Колонка. Блин, ну колонка быстрее, как ни крути. Хотя догнать меня не может. Не, ну пока мисс, ладно, она выиграет. Хорошо, давайте дальше, осталось не так много. Так, это мы тестили, да, вертуху? Да. Вот это сейчас он играет за нее. Вот этого тестили колонку? Нет. Так, я буду за него играть. А, он просто дерется. Так. Нет, Дима, его тестили. А я, видишь, запомнил. А вот этого?
Долго сейчас. Этого я сейчас. А я видел, да. А этого? Да я себе пойду, чё раньше. Да вы задрали, вы чё, а вот этого? Тестили. Да вы чё, всех затестили уже? Хорошо. Так, а в этой паке? О. В этой паке? В этой... в этой кабаке. Не, ну этого я тестить не буду. Сейчас, подожди, давайте самого интересного. О! Чё, с оружием есть уже? Ого, этого я не помню. Проверяем просто. А он быстрый? А он медленный. Сейчас, подожди, подожди, все-таки я найду. Тестили. О, так это с другого пака вообще. О, давайте вот просто колонка эта же, только с другого пака. Давай, давай. Ух ты, ё-моё. 3, 2, 1. Одинаково, одинаково бегаем. Только мне кажется, я быстрее. Вы видели? Смотрите, я быстрее бегу. Ну да, я быстрее. Все, ребята, вот эта колонка. Победитель. Сейчас я ее еще раз поставлю. Вот она. Это самый... Быстрее, только это ж не скибиди туалет. Короче, среди скибиди туалетов, сейчас вам скажу, ребята, точно, какой самый быстрый. Самый быстрый оказался Блич. У нас... Блич. Так, да. Скибиди туалет Блич самый быстрый. А среди камераменов колонка. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ой, как по таймингу получилось. Ты сейчас...